Привет подписчикам моего канала, случайным зрителям, любителям РП и всего, что с этим связано. Поздравляю вас всех с наступившим 2018 годом. В общем, желаю всего наилучшего, чтобы все конфликты заканчивались до приезда полиции и не переходили в бесконечные форумные войны, а решались именно в игре. Больше слов, меньше пуль, как говорится. Как вы уже догадались, сегодня у нас очередной выпуск в Altis Life. Но не простой, а новогодний. Дело в том, что остров решил посетить сам Дед Мороз. Но так получилось, что появился еще один известный персонаж, который тоже прилетел на остров и решил составить конкуренцию Деду Морозу. Да, это Санта-Клаус и его армия злых гоблинов, которые тоже решили поздравить жителей острова. Правда, весьма необычным способом. В итоге эти двое разделились и решили устроить свои новогодние мероприятия. Давайте посмотрим, как они с этим справились. Хотите новогодний подарок получить? Очень. А что вы готовы для этого сделать? Может быть, стишок рассказать? Ну, в принципе, можно. Новый год мы очень ждали, елку с мамой наряжали. Чтобы добрый Дед Мороз нам подарки преподнес. Целый год мы не шалились, стих для дедушки учили. Очень рады мы с утра, Новый год пришел, ура! Выбирай любой подарок, только один, смотри. Да, хороший подарок. Могу загадку сказать, как раз по теме. Хотите загадку? Ну давайте загадочку. Девушка сидит на месте. Да? Так. А ее место занять ты не можешь. Даже если она встанет и уйдет. Так. Что это за место такое? Вот это загадочки у вас, девушка Мороз. Вот где может девушка у вас сидеть на этом месте? Колени. А вы туда сесть? Браво. Прекрасно. Слушайте, вот работает у человека голова, работает. Ну все, давайте, забирайте один подарок. Ты куда подевался? Выходи, хватит прятаться. Дружок, ну постой ты, ну куда ты? Ну что ж ты? А где Санит? Вон летят за ним. И такие бывают. Кто не любит Новый год, может быть, много плохого сделал. Не захотел он. Подарок по заслугам. Ну нахер. Давайте, и полицейские, господа, тоже вставайте в линию туда, давайте, все. Ёлочка, давайте, начинайте, остальные подхватывают, давайте. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. Зимой, летом стройная. Вы что сегодня? Не похмелялись? Елочка была. Роснишком накуталась. Ну? Смотри, не засыпай. Не засыпай. Когда Дед Мороз поздравлял последнего жителя острова, его место решает занять другой. И на улице выходит он, Санта-Клаус и его банда. Он говорит: если люди не хотят приходить на праздник, тогда праздник придет за вами. Выходи из машины. Машины вылазим. Вылазим из машины, быстро руки за голову. Бля, ребят, только прилетел, в чем проблема? Ни в чем, рот закрой. Ну бля, Шреки, отпустите меня, Шреки, дайте работу закончить.
Рот закрой, ты едешь с нами. Ну ёпта, дайте машину хотя бы довезти, ребят, давайте за вами на машинку доедем. Сиди и слушай. И три Шрека. Будем сейчас киношку кадры снимать. Бля... Приехали. Все, норм. Вот так вот могу. Все, ребят, давайте, тащите меня. Ну чё, ребят, потащили. Блять, Санта-Клаус, какого хуя? Ну не совсем Санта-Клаус. Чё за хуйня? Санта-Клаус летит, чтобы хорошие люди получали подарки. А я слежу, чтобы плохие люди были наказаны. И по моей информации, в этом году ты вел себя очень плохо. Не. Не надо играть. Я все знаю. И троллей ты лучше не зли. Но тебе повезло. У меня очень хорошее настроение. И я люблю загадки. В твоих же интересах их тоже полюбить. Ну что, ты готов ответить на мои загадки? А можно еще посмотреть по дагестанской свадьбе, типа вверх? Зря шутишь. Да, ну, я готов, правда. Я готов. У меня настроение может испортиться. Успокоился. Давайте загадки. Что ты можешь увидеть закрытыми глазами? Темноту. Неправильный ответ. Веки? Блять, веки. Неправильный ответ. Что за хуйня? 10, 9, 8. Подумай хорошенько, что ты видишь закрытыми глазами. Это видит каждый из нас. 7, 6, 5. Ну, ты это можешь видеть по ночам. 4. Сейчас, отлично, подожди. Блин. Сны? Сны? Ну ладно, тебе повезло. На первую загадку ты дал правильный ответ. Ну что, готов на вторую из трех ответить? Но ты был близок. Давай-ка. Уйти из этого мира. Давай-ка. Фу, бля, сложненько. В огне не горит, и в воде не тонет. Что это? Подсказок больше не будет. Ерда. Ну? Не молчи. Не зли. Говори речи. Тихо. Молчи. 10. Сейчас. 9. 8. 7. Да как я отгадаю, когда мне по носу табли? Плохие люди должны быть наказаны. Поверь мне, это не самое страшное наказание. Лед. Которое может... Я думаю, это лед. Какой он умный. Ну хорошо. Что? Наверное, мои загадки слишком простые. Ну попробуй отгадать загадку одного из троллей. Давай загадывай, действуй. Так это Шреки. Бандиты поймали богатого мужика. Его на пальцах были перстни, золотые, с бриллиантами. Так как они въелись в кожу, бандиты не смогли их снять. Поэтому они отрезали ему пальцы. Когда они ему отрезали пальцы, он не произнес ни одного звука, ни крика, ничего. Почему он не кричал? Что, он был мертв? Неправильный ответ. Юта. Неправильно. За каждый неправильный ответ вот это будет ближе к тебе. Ну? Ёпт, сейчас, подожди. Так я уже ответил на два. Может мне типа третий, типа там, не знаю. Отпустите? Я уже на два вопроса ответил, на две сказки. Потому что он был не мой. Потому что он был не мой, может быть. Бери лопату и копай могилу себе быстро. Так я ответил уже. Нет. Неправильно. Неверный ответ. Копай 10, могилу. Полегче. 9. 8.
7, 6, 5. Сейчас, подожди, стой. 4. Ну что, он был буржуй? Ты испытываешь терпение. Да, блядь, ну только буржуи не кричат, когда их режут. 2. Блядь. Один. Ребята, видите, как тяжело сосредоточиться, когда шройки стреляют. Ладно. Дагестан. Ты все равно показал себя хорошо. Ты, блядь, сам-то я уже ответил на 2 вопроса. Так еще быть. Ты мне обещал подарок. Поэтому ты сейчас и остался в живых. Так так вы меня отпустите или нет? Я слежу за тобой, если в следующем году ты будешь вести себя плохо, одними загадками ты не отделаешься. Что ты выбираешь, деньги или подарок? Подарок. Вон твой подарок. Ух ты. Но запомни, будешь вести себя плохо, я приду за тобой. Я а теперь буду себя давай. Вести плохо. Здравствуйте, Дедушка Мороз. Вот, в общем, как так как зовут? Меня зовут Армен. Что? Армен, вот это? В общем, так как 2018 год — это год собаки, вот. Вот так. Стих про собачку, про щенка. Так, сейчас, подожди, ну не перебивайте вы, ну что же вы так? Давай, Армен, рассказывай. Ой, спасибо. На улице ребята играли со щенком. Они бегом куда-то, он рядом колобком. Смешной, большеголовый, он так смешил ребят, и этой дружбой новой был очень-очень рад. На улице стемнело, ушли мальчишки спать. Хорошенькое дело, поели и в кровать. Луна гуляет низко, на улице мороз. В свою пустую миску заглядывает пес. Повизгивая глухо, косится на окно, а за окном ни звука, и свет погас давно. Браво! Красава, поблагодарю. Спасибо. Молодец. Спасибо, ребята. А теперь расскажи, что хорошего сделал в этом году вообще? Люди, хорошего? Животные. Котенка на улице нашла и домой. Ну, вернее, Армен нашел. Да, Армен нашла, это пугает немножко. Да. И он теперь такой толстенький, рядом лежит, вам всем привет передает. Саня, я думаю, что Армен заслужил хороший подарок. Да, спасибо, ребят. Много преступников поймал, никого не убил. Много преступников? Ну, не убивал же, я надеюсь? Нет. Опять оружие не поймал. А преступников как ловил? Перевоспитать пытался? Конечно. Хорошо себя с ними вел? Конечно. Не превышал? Нет. Ну смотри. Что, Дедушки Мороз, может, спеть песенку сможешь? Стишок могу. Стишок. Ну давай, стишок, давай, расскажи. В двери Нового года стучится, Дед Мороз нам на гости мчится. В небе праздничный салют, и часы 12 бьют. Огоньки сверкают ярко, свечи, шарики, подарки. Скоро сказка в дом войдет, скоро будет Новый год. Так, я чувствую... Что рассказать-то хочешь, дедушке? Что, может, песенку спеть, что? А я могу показать фокус. Фокус? С ведром давай фокус, давай показывай. Или с конусом. Нам тут фокус с автоматом фокус уже показали. Очень нравится. Оп, видите? Ничего, а вы так можете? У тебя это что, краска или кровь? Это кровь. Это он почки ест. Кровь? Стоящая кровь за углом. Что, людей кушаешь? Нет. Не хочу. Нет. Это подруга у меня съела. Подруги месяц. Это после КПД. Ну ты смотри, ты знаешь, что с девушками не каждый день можно заниматься, ты же понимаешь, да? Ну давай, рассказывай. У меня что хорошего? Стишок маленький. У тебя маленький? Это не беда, но я помочь тебе не смогу. Ты расскажи, что хорошего ты сделал. Маленький, ничего страшного. Главное уметь. Ты расскажи, что хорошего ты сделал. Бабушку через дорогу перевел. У него язык древний. Бабушку через дорогу? Только одну бабушку за весь год. Нет, Дед Мороза еще. Дед Мороза за... А Дед Мороз хотел, чтобы его перевели?
Ну смотри, смотри. Ну давай, стишок, рассказывай. А маленький стишок. Маленький твой? Стишок. Ну. Да. Ну. Где живет Дед Мороз? Удивительный вопрос. Ни в лампе, ни в будильнике, посмотрите в холодильнике. Вся. Это не. Да, стишок, это стишок. В холодильнике холодно, холодно. Да. Ну не такой уж он и маленький, не расстраивайся, нормально. Ну, прямо это матово. Что? Давай, выбирай в санях, какой подарок там. Так. Чего, за кем они там? Выбери себе подарок побольше. А ты вставай, ты пока не заглядывай в сани. Ты чего заглядывай? Ух ты! Ты давай вот к остальным вставай. Пахнет елочка душиста, самая нарядная. За окном снежок пушистый, на реснички падает. Нашу елочку украсим разноцветной мишурой. Будет праздник наш прекрасен этой сказочной зимой. Прекрасный, прекрасный, хороший снежок. Хороший снежок. Уважаемый, покинул машину сейчас. Слышишь, Василий, руки за голову. Принят. Отстаешь, руки за голову. Ключи давай. Ключи давай. Что, уважаемый, что скажешь? Я это исход. Что? Я это исход, что я делал. Валивайся. Ну, здравствуй, Рэндалл. Здравствуйте, Дедушка Мороз. Ну, совсем. Дедушка Мороз следит за теми, кто хорошо себя вел. Пускай ты голый. А я вот слежу за теми, кто себя ведет плохо. Насколько мне известно, этот год ты вел себя очень плохо. Я был негодяй. Да. И подарок, как минимум, ты не заслужил. Но тебе повезло. Тебе очень сильно повезло. У меня очень хорошее настроение. Люблю я загадки очень. Но учти, это твой единственный шанс. Чтобы действительно заслужить подарок и свою жизнь. Я не очень люблю загадки, но жить я хочу, так что я готов. Здесь, к сожалению, не учитываются твои вкусы. Я готов, жить хочу. Чем больше из нее берешь, тем больше она становится. Что это? Отсчет пошел. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Я ж не знаю. 3, 2, 1. Может, я? Короче. Что? Может быть, яма? Как интересно, надо же. На последних секундах. Да ты счастливчик, хочу я тебе сказать. Ну, давай перейдем к следующей загадке. А что, я правильно ответил? Да, как ни странно, ты оказался прав. Везунчик-то. Ну, да-да-да. Где ты не сможешь найти сухой камень? Еще раз можно? Где ты не сможешь найти сухой камень? В воде, конечно же. Ну хорошо, почти зашел. Смотри, смотри, как ты не нравишься-то, тролля моя. Тролли совсем не любят, когда плохие люди спасаются. Совсем не любят. А зачем ты бить-то сразу? Больно же. Это не самое страшное, что они могут с тобой сделать, поверь мне. Может быть и сложнее. Ну хорошо. Последняя загадка, от которой зависит все. Ты готов? Я готов. Только не бейте, пожалуйста. Кто
кто может поднять и передвинуть и коня, и слона. Саш. 10. Нет, это неправильный ответ. 10. 9. 8. 7. 6. Человек, который играет в шахматы. Шахматист. Ну надо же. Ну ты прям заслужил. Что ты выбираешь? Ты выбираешь деньги или подарок? Давайте подарочек. Ну что ж, выдайте ему подарок. Заслужил он. Забирай свой подарок. Ничего себе. Давайте большое. Только не бейте, боже, пацаны. И давай езжай, пока я не придумал. Это был такой вот новогодний выпуск Valtis Life. Всем счастливого Нового года! Подписывайтесь на канал, пишите чего-нибудь интересное в комментариях. Всех благ, играйте в РП. До скорой встречи!